Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня расскажу о ICO BitMilex. BitMilex в данный момент находится в самом начале своего пути на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование BitMilex с сайта компании. Сразу видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация, для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте и white paper, понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. BitMilex – это наиболее полный и безопасный криптовалютный обмен в мире. Также мы можем видеть этапы продажи токена. Сейчас это находится на третьем этапе, и он заканчивается через 12 дней. BitMilex разработан, чтобы быть в мире самым безопасным и полным обменником криптовалюты. Он также разработан опытными трейдерами и экспертами в области кибербезопасности и использования платформы блокчейн. Ниже вы можете ознакомиться с промо-роликами, чтобы больше узнать о данном проекте. Особенности BitMilex. Большую роль уделяется безопасности. Также предлагается клиентам одноранговый рынок. Также это революционные дебетовые карты, аутотрейд, бесплатные торговые сигналы, маржинальная торговля, одноранговое кредитование, предложение форекс-пары и также обслуживание клиентов 24/7. Почему данная платформа считается самой полной? Нам приведена таблица сравнительная, где мы можем видеть, что BitMilex по отношению к другим платформам действительно выигрывает в приведенных аспектах. Продажи токена. Мы видим распределение токена. Здесь можно отметить, что команда оставила для себя и партнеров совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Также нам представлено ICO расписание продажи, начиная от предварительных продаж, потом основные продажи в несколько этапов. И на каждом этапе существует своя бонусная система поощрения. Но мы понимаем, что ранние инвесторы всегда получают наивысшие бонусы. Также есть на сайте раздел, который называется «Дорожная карта». Мы видим, что проект начал свое активное действие в 2017 году. Также можно увидеть четко распланированный график. Развитие проекта идет за планом, и команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Так, что касается команды, то здесь все хорошо, внушает доверие, спокойствие. Над данным ICO работает очень слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают очень известные специалисты в области криптовалюты и маркетинга. Ну, просмотрев всю информацию и факты, мы понимаем, что у данного проекта имеются достаточно хорошие показатели работы, которые привлекают к нему все большее число участников. На сайте также вы можете ознакомиться с часто задаваемыми вопросами.
И также можете стать подписчиками в одной из указанных соцсетей данного проекта и быть в курсе последних событий. На этом обзор нового ICO проекта BitMilex закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!